Сельские поселения Славянского района не раз завоевывали высокие места в краевых конкурсах по благоустройству. В основе этих достижений постоянная напряженная работа местных властей. Протокское сельское поселение, которое включает в себя хутора Бараниковский, Нищедимовский, Семисводный и Губернаторский, расположено не так далеко от районного центра. Жители хуторов поселения обращают внимание властей на те или иные вопросы в благоустройстве, которые нуждаются в решении. И проблемы решаются. К примеру, в хуторе Нищедимовском на радость детворе установлена детская площадка. Особое внимание, конечно, дорогам. Сделана капитальная улица хутора Семисводного. Это улица Советская, улица Выгонная. Приобретены на депутатские средства костюмы для учащихся детей в сельском доме культуры хутора Семисводного. Также благодаря администрации района мы зашли в краевую программу по капитальному ремонту автомобильных дорог и сделали улицу Советов, водозаборную, Северную. В Семисводном был заменен на новый водопровод по улице Юных Коммунаров, подсыпаны щебнем улицы Выгонная и Советская. В станице Петровской, крупнейшей в нашем районе, также не сидели сложа руки. Здесь те или иные работы по благоустройству ведутся регулярно. Станица вошла в программу по формированию комфортной городской среды. Уже завершен ремонт двух домов, сейчас работают над третьим. Благодаря участию в губернаторской программе по ремонту дорог, многое сделали в микрорайоне Приазовском. Станичники по достоинству оценили улучшение комфорта. По итогам 2017 года Петровское сельское поселение заняло второе место по благоустройству среди поселений и привлечено порядка 2,5 миллионов рублей. И на данный момент ведутся работы, значит, осваиваются деньги по водоснабжению. Это порядка больше 3 километров и порядка, соответственно, 700 тысяч. Газификация, в второй очереди, улицы Светлой и улицы Карла Маркса. Также в этом году будут заменены кресла в станичном доме культуры, близится к завершению строительства клуба в хуторе Водном. Объединение усилий властей всех уровней дает очень хороший результат. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».